То, что я плохой музыкант, такое говорил? Не помню. А ты действительно музыкант? Вот это все, вот это ваше женское воспитание. Я не могу женщину к черту послать, вообще никого не могу послать. У меня нет, понимаешь, воли. Не могу. Я тебя хочу. Но я не могу сейчас. Нам все кто-то доставил, принес. Поэтому мы только сидим и думаем, а какой я? А что я могу? Я страшнее вас всех!